Повод для торжества в эти дни есть и в Генпрокуратуре Казахстана. Зам генерального прокурора Иоган Меркель подтвердил информацию о выдаче Испании бывшего начальника личной безопасности Мухтара Аблязова Александра Павлова. В Испании задержан господин Павлов, который вместе с руководителем БТА банка совершил крупные хищения. И кроме того, этот же человек является организатором террористического акта в развлекательном центре «Ая» в Алматы. Вот так из телохранителя Александра Павлова загодя и наперед переквалифицировали в казахстанского Бен Ладена. Напомню, что когда Александра Павлова арестовали в первый раз, казахстанская сторона не предоставила ни одного доказательства причастности начальника службы безопасности к подготовке потемкинских взрывов в Алматы. Но спецслужбы приложили все возможные усилия, чтобы на этот раз не проколоться. Подоплека очень понятная. Нужно вытащить одного из подвижников Аблязова путем пыток, вынудить его раскрыть всю информацию о Аблязове, нарыть побольше компромата и тем самым нанести еще 2-3 ощутимых удара как по финансовой системе Аблязова, так и по репутации Аблязова. Таким образом, судя по всему, выдача Казахстану Александра Павлова лишь вопрос времени. Вполне вероятно, что свою роль сыграли и личные доверительные отношения монаршей семьи Испании и президента Казахстана. Все остальное на задний план. Евгения Сазонова, Алматы, Казахстан.